Всем привет! Видео о том, что Лили думает о своем поражении, цитирую некоторые ее фразы, не будет поста несчастной девушки, которую не выбрали в финале. Я счастлива. А все потому, что на протяжении всего проекта я не потеряла себя, я не выпрыгивала из штанов, чтобы казаться лучше, я всегда была собой. Я не знаю, каких действий ему от меня не хватило, да и не хочу знать. Мое самое большое действие – это прийти на проект. Это оставаться каждую неделю в таких непростых условиях, ради него. Уж извините, что я не вешалась на шею, не говорила на каждом шагу о том, как я влюблена, не устраивала ему свидания и не переступала через себя наперекор. Мне очень жаль, что в наше время мужчины расслабились и считают, что девушка должна действовать наравне. На этом все. Подробнее читайте у Лили в Инстаграме. Подписывайтесь, буду следить за отношениями Никиты и Даши после проекта. До скорого!